Привет, друзья! Это Дима Семенищев, я джазовый контрабасист и аранжировщик. Я вышел из отпуска и хочу вам рассказать о том, что в ближайший вторник, 15 числа, выйдет новое видео из серии «Сектора джаза». А 21 сентября мы проведем обещанный мною стрим, который касается аранжировки. Я все, что мог, поправил. Теперь, я думаю, наша встреча случится, все будет хорошо. И еще, пользуясь случаем, я хочу рассказать об одном интересном и важном для меня проекте. Прекрасный телеведущий Александр Малич запустил проект «Ход культур». И у него есть передача, которая называется «Ход культур в городе», в которой приходят, играют музыку лучшие джазовые музыканты Москвы, Петербурга. Этот проект создан совместно с лейблом Rainy Days. И совсем недавно вышел выпуск с нашим участием. Чуть позже появится тизер и обязательно посмотрите весь выпуск целиком, потому что там есть не только отличная музыка, но и шикарный эпизод, как петербургская погода мешает нам играть и записывать нашу музыку. Выпуск отлично снят, поэтому я вам искренне рекомендую. Все ссылочки вы найдете в описании. Итак, 15 числа новый выпуск «Сектора джаза», 21 стрим. И переходите по ссылке, смотрите «Ход культур» с участием моего квартета. Оставляйте свои комментарии, для меня это правда очень-очень важно. До встречи на моем канале. Пока-пока. Какой план? Ну какой Гарри сегодня красивый, да? Да. Просто вообще. У меня кот царапается.